Ну что, по итогам матча «Арктик Телеком» «Миллион Рос», подводим итоги матча, ничья 1-1. В студии Роман Герасимов, наставник «Миллион Рос», и Евгений Бабылев, администратор «Арктика». Жень, начнем с тебя. Ничья 1-1. Что скажешь по матчу, справедлив ли итог? Да, в целом, по такой погоде ветреной, наверное, справедлив. И мы могли больше забивать, и соперник мог больше забивать. Там моменты были у обеих команд. Поэтому, наверное, справедлив. Опять «Арктик» не менялся семерками, да, точечно менялись. Все ли поначалу работало так, всем были довольны или нет? В целом, немного не получилось то, что мы планировали. Сейчас, наверное, сказать честно, двух, наверное, равноценных, полноценных семерок нет, поэтому меняемся точечно. Опять же, постепенно набираем ход, некоторые адаптируются, им надо время парням. Поэтому стараемся точечно, чтобы не упускать нити игры, потому что здесь ошибка может быть как бы катастрофична. Ром, тебе слово. Ничья, думаю, тоже очень принципиальный для тебя был матч против Владимира Федорова. Что скажешь по игре? Да, матч. Да, для меня сейчас на данном этапе становления команды каждый матч принципиальный, поэтому нужно было выигрывать, хотели выиграть. Я, наверное, не соглашусь. Я не считаю, что ничейный результат. Первый тайм был более-менее равный. Там, наверное, по моментам одинаково. Может быть, чуть больше у нас. А второй, я что-то Арктик-то на нашей половине не видел. И не могу сказать, как где там хотя бы хоть один момент-то у них был. А у нас Малахов делал на последней минуте 2-1 и Курибамбук. Все. Что сказать? Я считаю, что мы должны были забирать свое. Но с Арктиком у нас традиционно ничейные результаты превалируют. Поэтому, наверное, еще раз раскатали 3 очка и поделили по одному. По составу сегодня уже, понятное дело, не без замен, как неделю назад с Сиабом. Сегодня многие вернулись в строй, но все-таки есть потери, да, по травмам не все сегодня попали в заявку. Хочу привет передать Егору Михайловичу Квачеву. Не знаю, где он, сбор был назначен, к сбору не появился, телефон не берет. На самом деле за там 2,5 года за капитаном такое не наблюдалось, поэтому надеюсь, что у Егора все хорошо, ничего не случилось, никаких форс-мажоров, поэтому дай бог, чтобы все было нормально. Ну и отдельно привет передам еще туалету Максима Агафонова, который в самый ненужный момент протек, поэтому Макс, видимо, в перчатках там ковырялся сегодня, ремонтировал. Мне, на самом деле, честно говоря, не хватило Агафона, поэтому, ну, и Макс сейчас начал набирать, и мне именно такого формата футболиста нужен впереди. И пришлось Малахова переводить в нападение, где он там, он хорош на других позициях, но Кирюха молодец, он у меня универсальный солдат, выстрелил, забил, поэтому так. Ну и потери там, до последнего надеялся на Соснина на самом деле, но вчера он даже не играл, дернул заднюю, поэтому ждем на следующей неделе. Ждем Антона, я каждую трансляцию говорю никак. Обещал, и действительно сегодня тоже опять до последнего готов был приехать на утреннем там самолете прилететь, но вот заднюю дернул вчера на разминке за свою команду где-то в Кубке Селебрити. Жень, как по такой погоде вообще запасным входить достаточно долго, там тоже ребята мерзли, может быть вообще не стоило тогда, стоило там 2 заменами обойтись, те ребята, которые вот играли в первом тайме? Да понятно, что тяжело войти, и в целом игра уже на полном ходу, и ребятам, которые просидели весь первый тайм, по сути, тяжело, конечно, но вот сейчас вот так вот, поэтому не знаю, возможно, будет тренер давать больше времени игрового и чуть раньше выпускать, поэтому я думаю, мы над этим будем работать и делать какие-то выводы. Перчинка сегодня, безусловно, добавила, да, появление Дмитрия Дробыша, матч против своей бывшей родной команды, как-то там по-особому Дмитрий что-то говорил в раздевалке перед игрой? Да нет, все настраивались, как, собственно, на всех мы настраиваемся. Так, если посмотреть, то одни и те же футболисты играют в разных составах, в других турнирах, поэтому я думаю, что, понятно, есть какой-то принципиальный, хотелось выиграть, забить, вот. Но сыграли так, как сыграли. У вас сегодня не увидели тоже одного важного футболиста в составе, Игорь Егошкин, что с ним, почему отсутствовал? Ну, это у нас лазарет большой сейчас, потому что мы играем в 2 турнирах, и в 2 турнирах, наверное, самых сильных в городе, поэтому там стыки очень серьезные, поэтому лазарет у нас растет. К сожалению, на травме. Желаем ему скорейшего выздоровления и появления в составе. Ром, последний, может, такой вопросик. Кратенько, что случилось там в эпизоде в первом тайме, когда там Серега Степляне чуть-чуть закипел? Да там, на самом деле, начал всю эту историю. Я думаю, что не будут ребята спорить. Ну и с футболистами с Артика я общался. Как бы они согласны, что всю эту историю начал Ваганов. Он там изначально начал разговаривать, там и в определенном эпизоде там Степ искал. Но я не знаю, он может быть не знает, кто такой Степляне, к сожалению, наверное. Но и Серега долги-то всегда возвращает. И он пошел в этом эпизоде, сыграл пожестче. На самом деле, он сыграл пожестче, но в рамках правил. Соответственно, человек упал, начал бодаться ногами, ну, Степ. Там еще, на самом деле, очень хорошую тактическую сделал фишку тренер команды соперника, Владимир Владимирович, привет,
тоже ему передаю. Степлиани взял, наступил на ногу и не давал ему с места сдвинуться. И в этот момент как раз футболисты Артика как орлы налетели на Степа, поэтому. Ну, наш президент тоже не остался в стране. Там. Говорят пощечину, я не видел, не знаю, что там было. Поэтому вот такой эпизод интересный. На самом деле, мне кажется, что такое... Хоть это и некрасиво, но этот матч это украсило. Это показало, что обе команды заряжены максимально на борьбу. Жень, кого сегодня отметишь из своих игроков? Мы вот так в эфире с Игорем Корниловым, несмотря на то, что Малахов забил там, да, обыграл Роман Абрамов, его сегодня похвалили. Тоже бывшего игрока «Миллион роз». Да сложно кого-то сегодня выделить. Наверное, надо пересматривать матч, потому что матч был эмоциональный, и много было и мелких ошибок, и неточных пасов. В целом, наверное, не знаю, сложно кого-то конкретно выделить. Олега, наверное, выделю. Савченко. Все, спасибо большое. Еще раз поздравим команду с хорошей игрой. «Миллион роз», «Артик Телеком», ничья 1-1.